Приветствую всех на своем канале. А сегодня наша прогулка с вами начнется со стадиона имени Петра Атаяна футбольного клуба «Акжаик», вместимость которого составляет 8320 мест. Это самый старый стадион из всех ныне действующих стадионов в Казахстане. И он был открыт 29 мая 1927 года. Напротив этого стадиона в 2010 году прошла официальная церемония открытия Аллеи Славы нефтяников, газовиков и геологов. Это первая аллея в Казахстане такого рода. И завершает эту аллею мемориал благодарности казахскому народу. В разные годы в Казахстан были депортированы семьи различных национальностей. Депортированные народы нашли в Казахстане не только кров, но и считают его своей родиной и родиной своих потомков. Благодарность казахскому народу за то, что смогли выжить, сплотиться и выстоять в нелегкие времена. Удивительный памятник «Этих дней не смолкнет слава» располагается на улице Исатая Махамбета. Данный памятник был установлен в январе 1969 года в сквере имени Сейфуллина. Однако позже, через 14 лет, монумент славы был перенесен и установлен на набережной реки Чаган, основная идея которого была увековечить подвиги участников героической обороны города Уральска 1919 года с белогвардейцами и защиты Родины от фашистов. А по улице Жангирхана ко дню города в Уральске открыли памятник Батыру Исатаю Тайманову и Акыну Махамбету Тимисову. Установлен он при въезде на мост через реку Чаган. А вокруг этого памятника был разбит сквер, который должен был стать любимым местом отдыха горожан.